Каждый четверг проводится тщательная и скрупулезная проверка санитарной ситуации в городе. Чистота и порядок – вопрос номер один. Под контролем состояния центральных городских улиц и отдаленных микрорайонов особое внимание уделено наведению порядка в частном секторе. К примеру, сегодня рейд состоялся на улице Звонкой и Станционной, что в микрорайоне Новые Козловичи. Помогает наводить должный санитарный порядок, устранять те недостатки, которые выявляются. Ну, естественно, люди обращаются с какими-то жалобами, просьбами, заявлениями. Мы на них реагируем. Ну, естественно, в комплексе этой работы это вопросы противопожарного состояния, это вопросы правоохранительной какой-то деятельности. Буквально за полчаса специалисты, которые входят в состав рейдовой группы, выявили свыше 20 нарушений. Самая частая – засоренность бытовыми отходами и строительным мусором придомовых территорий. Не хотят также некоторые жильцы своевременно скашивать и удалять сорную растительность. По санитарным нормам запускать состояние придомовой территории, даже если она является зоной общего пользования, запрещено. Не скажу, что борьбу проводим. Мы просто-напросто им тоже информационные письма отправляем, рекомендации и просим людей, даже при проверке вот этой вот рабочей группы, когда мы проходим вместе с ЖСом, с нашей милицией, вот, мы просто разговариваем с людьми, и потом вы знаете, что уже оно продолжается, вот это вот действие, и люди уже более-менее относятся вот этому покосу травы, уборками как-то. Но в основном, в сущности, вопросы решаются. Самое частое нарушение – это когда люди в местах общего пользования складируют стройматериалы, часто бывают, вот они вот песок высыпали, гравий, это есть нарушение правил благоустройства. Пообщаться с нарушителями ни нашей съемочной группе, ни специалистам не удалось. В свою очередь, эксперты напоминают, и жители частных кварталов сами отвечают за санитарное, техническое и эстетическое состояние земельных участков. При этом горожане должны соблюдать некоторые нехитрые правила и нормы. А если нарушение все-таки есть, оно не устраняется в течение отведенного времени, будет составлен административный протокол. Специалисты отмечают, в целом в Бресте прослеживается тенденция улучшения санитарного состояния территорий.